сексуализма, достижение цивилизации или же к старым вопросам добавился. Завтра я хочу против то, что я протестов, которые происходят мирным путем, нам проявлять наши права. В этом году с легкой руки министра благосостояния Ильзы Винкеле к старой теме пропаганды гомосексуальных отношений добавилось и новое. Министр заявила, что в Латвии пора разрешить регистрацию однополых отношений. Сейчас в латвийской семье не может быть двух мам или двух пап. 110-я статья Сатвурсма указывает, что брак – это союз представителей разных полов. Однополых союзов с юридической точки зрения не существует. Поэтому у представителей сексуальных меньшинств возникают различные проблемы с регистрацией имущества, получением наследства и так далее. Мы не говорим о браке в том же значении, как сейчас у нас происходят гетеросексуальные браки. Государство предоставляет им очень многие права, не все права, которыми сейчас пользуются люди, которые находятся в браке, но большую часть этих прав, которые относятся на имущественные права и так далее. Мы не говорим об адопции детей. При этом на пресс-конференции представители общества «Мозаика» заявили, что их мнение о регистрации однополых отношений поддерживает и премьер Валдис Домбровскис. Сам премьер был сильно удивлен такой новости. Нет, такой информации я не могу подтвердить. Наоборот, мы знаем, что этот вопрос рассматривался Министерством юстиции, который эти предложение не поддержало, ну что, в принципе, соответствует с мнением правительства. Оппозиция Министерства юстиции более чем ясна и принципиальна. В рабочем распорядке Министерства юстиции нет вопросов о регистрации однополых партнеров. Менять Сатвурсма и понятие семьи мы не намерены. Мы должны изо всех сил укреплять институт брака и семьи, что является вопросом дальнейшего выживания нации. Сами же борцы за права сексуальных меньшинств, видимо, в порыве чувств, нарушили закон о гос. Языке во время своей пресс-конференции. Они не обеспечили перевод приглашенных зарубежных гостей, которые говорили о дискриминации геев и лесбиянок в Латвии на английском. Это не было так важно, чтобы это была большая проблема. Алексей Дунда, Айнер Крауклис, Первый Балтийский канал. В Латвии должен пройти референдум о введении евро. Такое заявление сделал глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Аугуст Бригманис.